Добрый день, уважаемые спортсмены, гости, родители, организаторы, партнеры, болельщики, фотографы и видеооператоры. Начиная с 2007 года я систематически проводил чемпионаты детско-юношеской школы бильярда, школы чемпиона. Сегодня 2016 год. И все тот же Алим, все тот же детско-юношеский чемпионат. Только статус другой. Теперь я и моя команда — это федерация. Федерация спортивного бильярда Украины в Харьковской области, в Харькове. И теперь мы имеем право не только дарить медали, грамоты, кубки, призы. Теперь мы, что немаловажно, имеем право присваивать разряды, писать запросы на присвоение званий. А самое главное, что мы имеем право командировать юношескую сборную Харьковской области на соревнования всеукраинского масштаба. И после соревнований этого чемпионата 8 человек в мае поедут на чемпионат Украины. Уважаемые дети и подростки, хочу обратиться именно к вам сейчас, потому что хочу, чтобы вы осознали, что вы делаете в данный момент историю, что пройдет несколько лет, придут новые малыши, новички и будут смотреть на вас уже как на необъятную гору. Им будет казаться, что до вас добраться просто невозможно, практически невозможно, да? Как многие из вас в свое время, когда приходили, смотрели на более профессиональных игроков. И хочу, чтобы вы просто оценили масштаб данного события, данных соревнований. Для вас это был в первую очередь праздник. Вот. И для моей команды и для меня все очень просто. Для меня лично самое главное, чтобы вы меня слышали, чтобы вы меня понимали, что вы дружили друг с другом, поддерживали друг друга потом всю жизнь. А для моей команды важно, чтобы вам нравилось то, чем вы занимаетесь. Важно, чтобы вы старались к подходу каждой позиции на столе. Чтобы для вас это было, каждый удар для вас был событием. И хочу пожелать вам в первую очередь твердой решительности. Хочу пожелать, чтобы вы как можно чаще брали инициативу в свои руки. Не только в бильярде, а вообще по жизни. Хочу пожелать просто, чтобы вы оставались такими же лучшими, такими же классными, крутыми, как вы есть сейчас. И родителям большое спасибо за то, что доверяете детей нам, даете нам детей на обучение. Уверяю вас, что они находятся в хороших руках, и ваши дети занимаются благим делом. Они, во-первых, находятся в правильном обществе. Я считаю, у нас наши дети, наши школы и дети, которые привозят к нам, например, Ариана, Анна Каратеева. Встань, пожалуйста, поприветствуйте. У нас в гостях сейчас школа. Нам тоже нравится общаться с вашими детьми. Я надеюсь, что мы все со временем подружимся. Вот Полтава приехала. Выйди, пожалуйста, давайте поаплодируем. Даже два. Скажу, пусть победит сильнейший, но не забывайте, что самое главное в психологии бильярдного спорта — это результативный удар проанализировал. Нерезультативный удар проанализировать. Старайтесь, чтобы было как можно меньше эмоций и поуважительнее к своему сопернику. И право для открытия турнира предоставляется Немцеву Михаилу. Мы бы хотели, чтобы ты разбил пирамиду. Сможешь? Молодец. Да, давай, молодец. Боюсь вас всех подвести. Да, там не было ни одного. Слово передается Руслану Корененко, главному секретарю Федерации спортивного бильярда Украины Харьковской области. Добрый день, ребята, все участники. Добрый день, родители. Добрый день, судьи. Всем хороший, добрый сегодня бильярдный день. Я потрачу сейчас немножко времени, расскажу подробно, как у нас будет проходить турнир. У нас чуть-чуть больше 30 участников, 5 возрастных групп на небольшом количестве столов, но я думаю, что мы справимся, все получится у нас. И теперь внимательно слушаем. Особенно, что касается малышей, слушаем родителей, слушаем судьи. Самая маленькая группа, 2009 год и младше. У нас 5 деток такого возраста. В вашем распоряжении 2 пуловских стола. Вы играете на них свободную пирамиду. Каждый с каждым играет по одной партии. После 2 человека определяем сильнейших, которые между собой сыграют финальный матч за звание чемпиона Харьковской области 2016 года. Выберите меня, пожалуйста, я уже, до 2 побед. У меня большая просьба к судьям, которые будут судить эти матчи. Я очень старался. Считать каждый шаг и после каждой партии фиксировать не просто победу кого-то из наших участников маленьких, а обязательно счет по шарам. Следующая у нас возрастная, группа 2007-2008 годы играют уже на полноразмерном, на русском столе в свободную пирамиду. В вашем распоряжении 1 стол первый. У нас 8 участников в этой группе, которые разбиты на 2 группы. В 2 группах по 4 человека. Играете в группах каждый с каждым, по 2 сильнейших выходят в полуфинал. Эта группа тоже играет матчи из одной партии. То же самое просьба к судье, который будет обслуживать этот стол, счет по шарам. Следующая группа, уже у нас все серьезнее, это возраст 2005-2006, уже взрослые фактически ребята. Играют, у нас также их 8 человек, также разбиты на 2 группы по 4, свободная пирамида до 2 побед. По 2 человека выходят в полуфинал. И самые старшие, которые уже, я думаю, и без судья сами во всем справятся. У нас 10 человек в группе 2001-2004 год и 10 человек в группе 98-2000. Столы 3, 4, 5, 3 стола в вашем распоряжении. Играем в динамичную пирамиду. Младшая группа 2001-2004, 2 группы по 5 человек, в группах круговые турниры, матчи до 2 побед. Победители групп выходят сразу в полуфинал, занявшие 2-е и 3-е в четвертьфинал. То же самое в старшей группе 98-2000, единственное отличие, матчи уже будут до 3 побед. Расписание составили таким образом, чтобы первые 3 группы, самые младшие, закончили сегодня, определили чемпионов, а старшие будут, основной день будет завтра, олимпийка уже будет у старших, я думаю, в любом случае завтра. А вот сегодня у нас мы определим победителей в 3 младших возрастных группах, узнаем первых чемпионов Харьковской области. Когда я буду объявлять участников, просьба, чтобы была полная тишина, потому что очень много информации, кто на каком столе, до скольки побед, в какую игру. И всем желаю удачи. Хочу напомнить, кто не знает, нумерация столов у нас идет 1, 2, 3, 4, 5. И сейчас я предоставляю слово Бочковскому Роману, это главный судья наших соревнований, для проведения викторины на знание правил бильярда, правила игры свободная пирамида и динамичная. Просьба детям, которые постарше, вы можете уже, скажем так, вольно пойти отдохнуть. Немножко 5 минут. Ребята, которые младше, вставайте на викторину, сейчас разыгрываться.